-12,2%. Снижение идет в городах. То есть это при том, что вчера первый день снижение пошло, вот уже второй день, это уже говорит о том, что может быть, это и есть та устойчивая динамика. И как раз на вчерашний день он был кульминационным, от которого мы начинаем писать вниз. По городам снижение. Снижение у нас в Вишенковичах. В Браслове, к сожалению, рост, Верхнедвинский рост, незначительный рост Губовки. Рост также в Докшицах, в Сенинском районе, в Толочине. Все, все остальные регионы работают со снижением. Вы говорите о пневмонии, да? Я говорю о возникновении респираторных инфекций. Значит, за сутки у нас хорошее снижение, у нас 183, в Витебске 117. Давайте параллель будем проводить, чтобы понимали. Если вчера регистрировалось 260 в целом по области, то за сутки 183. Если по Витебску вчера было 192, то на сегодняшний день 117, правильно? Да, совершенно верно. Районы остаются на прежнем уровне. Тяжелые пневмонии пока остаются на прежнем уровне без прироста. И, соответственно, пациенты, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких, тоже пока на прежнем. То есть можно предположить, что по острой респираторной инфекции на сегодня мы так устойчиво где-то, наверное, выходит на плату. Но еще пока предположить. Должна быть тенденция несколько дней. Пока шаткая динамика, мы будем надеяться, что все-таки она будет продолжаться как-то устойчиво.